повелитель морей. Режим морской бой. Мои корабли. Бей сундук, бей сундук. Рома, бей его, бей. Есть. Все, кто близко, бей. Отлично. Отходим. Опа, отлично, сейчас заберу. Ищи сундук. Опа. Очень даже похоже. Да, на голове есть цветочек, жилеточка есть. Я вижу, тебе не было фиолетового, поэтому ты сделала синим, да? Ну да. Глазки есть. Молодец. Ага. Жилеточку сделала. А давайте устроим челлендж с персонажами Brawl Stars. Я за. Вот бы иметь суперспособности, как у персонажа игры. Да. Кто из нас похож на какого-то персонажа? Или на какого персонажа хотел бы похоже быть ты? Напиши в комментариях. Сегодня мы будем разбивать пиньяту, но не обычную, а Brawl Stars. Я буду разбивать. Нет, я. Нет, я. Отдай. Нет, я буду разбивать. Отдай. Ах так, значит будет бой. Легко. До встречи на поле боя. Мортис, это, кажется, твое. Лови! Ха-ха-ха!
Вот ты где. Сейчас я тебя поймаю. Раз, два, три, четыре, пять. Кто не спрятался, я не виноват. Да где же она есть? Биби, замри! Конечно, конечно. Она сбежала. Это из-за тебя. Нет, из-за тебя. Нет, из-за тебя. Вы на канале Алиса Киса, и сегодня мы узнаем, что было в пиньяте Бравл Старс. Погнали! Мой. Мой. И это мой. А это мой. Нет. Нет, нет мой. Нет, мой. Мой. Нет, мой. Крутяк. Давай, изменись, изменись. Кто это? У меня скин Посейдон, повелитель морей. А ты? Интересненько. Кажется, это скин каракатица. Лови, повелитель морей. Морской бой. У нас у каждого по раз, два, три корабля. А у кого-то уже почти два. Что? Мои корабли. Ого, нормально протестили новый режим. Да уж, скин Посейдона крутой. Ага, пузыри каракатицы круче. Ребята, как вам наши новые скины? И новый режим морской бой. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ждите продолжения. Всем пока-пока. Канал Алиса Киса.